Путешественник! Ты вернулся из подземелья темного лорда Гондорна! Гондона, я бы сказал. Это не квест, это трындец. Но у тебя получилось найти ларец затерянных душ? Я расхреначил туевых кучи нежити в катакомбах. Невидимым скелетом вырвал невидимые жопы. Одна из жоп открывала секретный кровавое Заход. Месиво сделал с белоснежки ее гномов. А игла-то в яйце. А я не любитель чужие яйца общупывать. Потом открываю теневые ворота. Там кубиты сосутся. И пропустить нельзя, они сосутся. Да установил, короче, щиты и разнес хренам там все. Забанить пытались. А да, вырвал я ему рог. А когда подземелье открылось, захожу, а там этот гондон. Ну и нагибай его. У меня же рог. Ну и пока он раком стоял. Я рог туда. Магия наконец спала и появился. Ларец потерянных душ. И вот теперь я принес его тебе. Путешественник, ты представить себе не можешь ценность этого ларца. Этот ларец был скрыт от любых глаз целые столетия. Он был сделан первыми магами. Легенды гласят, что у него буквально внутри души жертв лорда Гондорна. Ты хоть понимаешь, сколько эта фиговина вообще стоит? Ну блин, могу себе представить. Он стоит больше 100 000 золотых. Ого, да! Потому что внутри у него Да, вот и души. Но души, в них была его ценность. А теперь это просто обычный ларчик. Это уже не ларец затерянных душ. Ну и теперь я максимум могу дать тебе 12 золотых за него. Что? Ну просто главная ценность этого ларца в душах внутри, а внутри больше нет душ. Да, ну так а чья это вина? Не, ну знаешь, давай-ка не будем переводить стрелки. Нет, я бы очень хотел сейчас тащить тебе стрелкой. Давай все же не будем вдаваться в семантику и выяснять, кто больше виноват. Я потратил неделю! Неделю не игровых часов, а реальных! Я смотрел, как хоббиты сосутся. Меня унижали на пути к нему. Я из ануса пожирателя его доставал, а ты просто открыл его. Ты знаешь, вообще это твоя вина. С хрена ли это моя вина? Ты мне не сказал про то, что защелка на нем разболтанная. Ну то есть чего ты ожидал, давая кому-то ларец с разболтанной на нем защелкой? Но ведь это ты послал меня за ним. Я предполагал, что ты знаешь, что нельзя открывать ларец потерянных душ с бухты-барахты! Ну, так или иначе, душ уже нет, Харена пиздет. Давай попробуем найти какое-то решение здесь. Легко. Знаешь что? Я уже больше не хочу продавать тебе его. Я сохраню его. Сувенир на память, который будет напоминать о всех тех реальных часах моей реальной жизни, которые я вложил, чтобы достать его. А 12 золотых возьми и засунь себе. Один вопросик. А как ты собираешься завершить квест? Что? Ну, мне просто любопытно, как именно ты собираешься завершить квест и получить очки опыта за него? Стоп, 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 то есть... Вся работа, которую я проделал, прошел через подземелье, обосрался в лесу. Да, даже такие там были боссы. И обратно потом сюда шкандывал, но все это не опыт, да? А настоящий опыт — это когда я продам пустой ларец полуголому кузнецу. Вот где был настоящий опыт. Как я и сказал, я не придумываю правила. И я уж точно не принуждаю тебя ничего делать. Это 100% твой выбор. Я просто излагаю возможные опции. Да-да-да-да-да, все по желанию. Вот только это часть основного сюжетного квеста. И вся игра застопорится теперь на этом квесте. Ну, знаешь, ну... Забирай. Ты сам добровольно продаешь мне ларец. Продаю ларец продаю. Супер. Спасибо. Да. Ты имба-герой. А-а-а!